Дорогие друзья, участники, организаторы и члены жюри конкурса «Страна читали» от Корпоративного университета Московского образования, от себя лично, разрешите поздравить нас всех с очередным праздником книги и чтения, с финалом конкурса. Традиционно книга – главный виновник нашего торжества. И в год, объявленный годом педагога и наставника, мне думается, очень уместно несколько слов сказать об особой, уникальной, ключевой роли книги. О роли наставничества. В этот год мы много говорим, вспоминаем и говорим слова благодарности своим наставникам, людям, которые помогли нам в профессиональном и в личностном становлении. Но я уверена, что для каждого из нас на определенном этапе жизни всегда появлялась и книга в роли наставника. Книга, которая давала нам ориентиры нравственного развития. Книга, которая формировала наши планы на жизнь, заставляла нас задуматься, изменить себя и изменить жизнь вокруг себя. И поэтому я уверена, что в этот год многие проекты, представленные на конкурс, демонстрируют как раз эту роль книги. И уверена, что в этот год уместно поговорить о том, что книга, являясь наставником, безусловно, сохраняет преемственность поколений, сохраняет традиции, ключевые традиции нашего общества, в числе которых, безусловно, традиция чтения, семейного чтения, досугового чтения, любви к книге, книгоцентричность каждого нашего ученика, каждого нашего взрослого жителя нашей страны. Безусловно, у каждого из нас в жизни есть наставники, люди, которые помогали нам определиться в профессиональном, в личностном развитии. И голоса наших наставников звучат в наших душах, в наших сердцах всю жизнь. Их цитаты, их советы, их мудрые высказывания помогают нам в сложные и в радостные минуты нашей жизни. И поэтому мне особенно приятно, что Корпоративный университет является партнером номинации «Цитата на всю жизнь». Я уверена, что знание, умение цитировать классическую и современную литературу – это важнейшее способность, это величайший потенциал для каждого из нас. Уверена, что цитирование любимых литературных героев, строк, поэтических или прозаических произведений помогает нам во многих ситуациях в жизни, повышая нашу конкурентоспособность, но и формируя нам дополнительный, что ли, багаж вот таких инструментов коммуникативных. Выйти из трудной ситуации, ответить на неудобный, сложный вопрос, украсить свою речь цитатой, сделав ее более образной, более выразительной. Поэтому в финале этой номинации 12 победителей, которым я сегодня хочу сказать особые слова благодарности и поздравления. Хочу пожелать нам интересных встреч с новыми книгами, с героями литературных произведений, ну и, конечно, с авторами проектов, представленных на конкурс, яркими, интересными, читающими и любящими книгу людьми. Удачи! Поздравляю всех с финалом конкурса!